За сотни лет они не только приспособились к жизни рядом с человеком. Они добрые, комфортные, спокойные, адекватные. Но и освоили многие профессии. И все же главным для них осталось... Даже если никого дома нет, а есть только собаки, вы чувствуете себя нужным. Приносить радость. Один день на телеканале «Домашние животные».